Я слышу, слышу. Но я не спрашиваю у них, сколько они там потерь несут. Но несут, да. Сравнительно с нашими, у них большой процент. Скажіть, у нас у студії зараз волонтери. Можливо, є питання до них у вас? Можливо, вам чогось бракує нині? Нічого не бракує, спасибо. Мені і так багато людей пишуть, там, не безразличних. І волонтери теж привозять. Все нормально, всім спасибо, всі довольні. Ну, тоді ми... А хто там питає із людей, я, извините, там, може, якісь воєнслужащі вважають, що волонтери кому-то обов'язані, це неправда. Ну, потому что некоторые мне там тоже пишут, люди говорят, что кто-то жалуется, что что-то не то привезли. Там. Это... Не обращайте на таких внимания. Что привезли, то привезли. У нас, в принципе, все есть. Я и знаю. Вода, и еда. Я знаю, що там військові дуже часто ображаються на журналістів. Ну, в принципі, ви маєте на це право. У вас є що сказати? Чому це так? І, ну, а можливо, вам взагалі є що сказати в ефір зараз? Ні, все хорошо, все нормально, все замечательно. Тільки пар із рта йде. Ну, сражаємося, що? Виконуємо задачу. Ну, по поводу журналістів, є, звісно, в кожній сім'ї є якийсь, який всіх підставляє. Ну, но ничего, теперь беремся. Есть хорошие, есть плохие. Так же самое, как и у военных. Есть хорошие, есть плохие. Ну, дурни, можно сказать, безмозглые. Вот так. А так? Нормально. Можливо, є якісь цікаві історії, які трапилися протягом там останніх днів у вас? Ну, окрім того, що ви там валите з врага, можливо, щось є щось інше цікаве, яке би хотіли ви сказати нам? Тут много есть интересного. Это просто потом надо книгу написать об этом. Такая интересная какая-то война получается. Но непонятная немножко. Но, а, ну, сейчас рассказывают, что тут некоторые, допустим, сепары, там, как их называть, я уже не знаю, кто здесь. Вот, друг с другом, допустим, там, воюют. С нами и друг с другом. И еще там плюс еще русские включаются. Но. Непонятно иногда, кто с кем воюет. Бои тоже в городе, где-то там, в Донецке, допустим, слышно, что по нам не стреляют, а где-то там воюют. Но там наших нет, значит, они между собой там делят территорию, я не знаю, может быть, то же самое. Они что, это же бандиты, простые бандиты, беспределом занимаются. Под прикрытием чего-то там, каких-то там освободителей. То есть зараз российская армия там, чи все ж таки сепаратисты? Да все тут наемники, как бы, ну, откуда у сепаратистов, там, допустим, нарезная артиллерия, реактивная артиллерия, правильно? Это кто может быть? Правильно, это же не сомалийская армия, а кто у нас тут помощник самый главный? Все. Алло. Алло. Так, так, связок есть. Да. Скажите, а сепаратисты останнім часом, как их настрої? Вони злищі стали? Ну, вы стільки перебили их? Ну, я не знаю, какие они стали и сколько мы их там перебили, но они тоже устали уже. Мы устали, и они устали. О, есть свежие силы подходят, там какие-то там киселевские пацаны, которые там думают, что тут каратели, мы придем, сейчас их убьем за русский мир. О, потом они видят картину. Те, которые раньше были, они уже даже, я не знаю, там... Он пришел недавно к нам сюда, какой-то дурачок. Говорит, я патриот, я и вот приехал откуда-то там, чтобы повесить флаг Украины здесь. Ходил тут по полосе с поднятыми руками. А это, до речи, та история хлопца с Винницы, який нібито приехал с Винницы, але сам він сепаратист и потрапив сам вам до рук, так? Можете рассказать эту историю? Так он вообще сказал, что он с Ялты. Прекрасно. О, уже с Винницы, молодец. Завтра скажет, что он со Львова приехал. А я уже читаю, що у нього русський паспорт якийсь. А як він опинився на злітній смузі, він сказав? Вот так вот, я не знаю, ми йому спрашували, у нього спрашували, ти дурачок, могли ж застрелити. Главное, і ті не стріляли, і ми не стріляли. Ну, ми не стріляли, тому що йде чоловік з піднятими руками. Ми просто вели його, потім просмотрели, обыскали, не замінировано, нічого. А які про нього були документи? Документи, які він мав при собі? Не знаю. Я там, там ребята работали, я поставил задачу, там они себе, они потом его забрали. Там. Принимал его, 9-5 его принимало, 9-5.
Те, которые выехали недавно. А де він зараз? Кто его кому віддали? Де він зараз, фактично? Ну, наверное, спецслужбы. А кому еще отдавать? Мы же не звери, чтобы тут издеваться. Чаю попил горяченького, посидел с мешком на голове. И потом уже отвезли его, отдали там органам нашим. Пусть они там занимаются. Может, там за денежку его выкупят, как это бывает все время. А как там Моторола и Гиви? Привет вам передают. Может, вы им передасте привет? А я им уже передавал привет. Ну, если бы они были хоть немножко там, я не знаю, образованные какие-то. Крайний их привет был вот эти в папахах. Как-то я в них аж разочаровался. Они какие-то смешные такие два дурачка. Как их там называют? Киборги. О, там, я не знаю. О, не знаю, там новости такие пишут. Откуда вы такую информацию берете? Я вообще в шоке там. 35 танков подъехало, захватили пески, там еще что-то. Откуда? Я не могу понять. Всю информацию мы уберем, это РНБО. Ну, не знаю. А это что такое вообще? Ну, потім вам якось хтось розповість. Тобто ви, ну, передайте, можливо, якийсь привіт Гіві Моторолі. Ну що, ну, від кіборгів. Да, привет, что, давайте, короче, парни, надо заканчивать этот уже клоунаду, вот эту дурацкую. Ну, что, оп, стоять, стоять. А? А, плюс. Ну, тут просто стреляют со всех сторон, надо пригибаться. Ну, добре, тоді будьте обережні, бережіть себе, ми вас підтримуємо всі, як можемо. Якщо потрібно якась допомога від волонтерів, звісно, що ми готові. Знову ж таки, бережіть себе і слава Україні. Ви скажіть журналістам, щоб інформацію не давали неправдивою, тому що всі дзвонять і плачуть, там, що нас вже тут всіх окружили, поубивали, там, всіх рознесли. Спочатку треба її перевіряти. Плюс-плюс? Плюс-плюс. Все, до свидания. До побачення.